Короче, это был экспромт, но мне кажется, для экспромта вполне нормально взлетело. Это уже традиция, что мы в Минске что-то показываем в первый раз, потому что у нас всегда... У нас всегда туры начинаются с Минска, хотя, честно говоря, я бы хотел, чтобы они заканчивались в Минске, потому что там всегда более сыгранные к концу тура. Вот, но все равно, по-моему, мясо было. Спасибо вам огромное, ребята. От души, мы обязательно вернемся. Очень.